Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Вы на канале? И сегодня мы в парке птиц. И начнем с территории номер один. Птицы, звери, экзотариум. Погнали? Куда мы сейчас идем? Парк птиц. Парк птиц? Ну пойдем смотреть, да? Пойдем. Как ты сказал, птички-невелички? Денис. Птички-невелички. Повторил за тобой. Птички-невелички. Курочки. Курочки, как говорят, Дэн, вспомни. Коко. Коко. Ну погнали. Пойдем птичек смотреть, Денис. Пойдем. Дэн, а что надо сказать? Привет, друзья, птички. Я люблю, я люблю. А привет, птички. Привет, птички. Привет, птички. Пойдем. Пойдем курочек смотреть. Кто там за клеткой ходит? Вон они. Смотри, это индюк там, Денис. Смотри, вон такой большой, да, с красной головой. Индюк ходит. Пойдем поближе, с той стороны посмотрим. Пойдем. Вот они, смотри, индюк. Какой индюк. Не бойся, они просто разговаривают. Слышал, как он говорит, Денис? Иди посмотри поближе. Ты как помнишь, мы с тобой курочек смотрели, Денюш. Пойдем других птиц смотреть, да, пойдем. Дени, ты всех лопатой хочешь напугать? Он такой хорошенький. Глазастый. Напугать. Денис, смотри, какие у него глазки большие. Напугать. Напугать не надо. Он тебе ничего плохого не делал. Как эта птичка называется? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Нет, написано Турман. А, отсадили, да? А, нет, так это штрассеры сидят. Вон наверху сидят штрассеры. Вот там вот. Не знаю, видно вам? Не видно? Штрассер. Имеет большую массу тела, относится к мясным породам, имеет высокую плодовитость, порода выведена в Германии в 19 веке. А Турман – это искусственно выведенная порода голубей. Имеет большое внутривидовое разнообразие, а порода голубей, которая славится красивым полетом, совершает огромное количество кувырков. Кто там, да? Ну, какой, да? Хочешь поклевать лопату? Петухи очень дрочливые, могут за себя постоять. Вообще, должны встретить вот петухи потом в голове. Дэн, не-не, он за шорты держится. Ты чего испугался-то? Что тебе лопату чуть не забрали клювом? Это, кстати, птичка называется бентам, день. Происхождение, вероятно, Индонезия. Карликовая декоративная порода. Вес петухов около 650 грамм. Отличительные признаки породы – небольшие размеры, множество вариантов окраса, одна из самых распространенных карликовых пород кур. О-о-о-о! Напугался? Ну, пойдем дальше. Пойдем. Это, видишь, это агрессивный такой. Он думал, что ты на лопатке ему еду принес. А ты ему просто ткнул, он обиделся. Пойдем дальше. Ой, пойдем павлина посмотрим, Дэн, пойдем? Павлина посмотрим. Это зеленый павлин. Смотри, какой красивый. Птичка, привет. Зеленый павлин. Дэн. Ой, петушок, смотрите, какой красивый петушок. Где? Да, сейчас выйдет петушок день. Ты всех хочешь лопаткой потрогать? Да ты вот так призываешь? Все? Испугался? Убрал? Лопатку убрал, все? Ого, смотрите, какой гламурный. Ого, смотри, какой у петуха хвост, Денис. Голландская белохохлая. Ну, вот смотри, какая. Денис, не вместо головы шар. Повыше посмотрим.
на белохохлую. Шароголовую, я бы сказал, да? Дэн. Её ты тоже хочешь лопаткой потрогать? А ты гамбургским пристаешь. Ну ладно. Пойдем дальше посмотрим, Денис. Пойдем дальше. Во, павловская порода, день. Происхождение Россия. Отличные признаки породы, уникальный внешний вид. Посмотри на нашу курочку, смотри. Наша курочка. Коко. Наш. День. Помаши ручкой. Здороваешься с павловской породой? Ну, пойдем. Вот. Ух ты, Денис, какая птица впереди интересная. Сейчас посмотришь, удивишься. Венценосный журавль. Видели, какие у него длинные ноги, какого у него на голове украшения. Ай, смотри, какая цесарка дикая. Сейчас за ногу цапнет. Оп, ничего себе. Дин, он тебя клюет? Голодная, что ли? Девочка добилась своего, достала перо. Дэн, хватит дразнить птицу. Может, мне там недавно подумал. Может быть. Ты что-то поймал на свою ногу, какую-то еду? Что-то сарка грифовая так клюет тебе ножку. Еще, но аккуратно. А смотри, какой хвост у павлина в клетке, какой длинный. Это мальчик. Вы знаете, чем павлины мальчики от павлинов девочек отличаются? Мальчики красивые, потому что надо перед девочками щеголять, а девочки, они такие серые, невзрачные. Дин, смотри, вот это павлин-мальчик. Вот, видишь, вот этот красивый, это павлин-мальчик, который с длинным хвостом, а серые — это девочки. Мальчику надо приманивать девочек, поэтому он должен быть очень красивый. На ногу хочешь покормить опять? Ну давай. Дин, видишь, а им все равно. Они не подходят. Пойдем дальше. Давай прощаемся с павлинами. Пока, павлин. Пока, павлин. Это фавероль. Фавероль. Давайте в скоростном варианте. Брама. Кахинхен черный. Немецкий выставочный голубь. Ну, это опять петухи сидят. Как-то они неправильно рассадили, да, мне кажется? Якобины. Скажи ему привет. Привет, говорящий попугай. Индийский кольчатый попугай, да? Ух, какой болтун. Привет, болтун. Дин, скажи привет, болтун. Как дела? Как дела? Как дела? Говорит, спасибо, хорошо. Аккуратно, Дэн, а ты спроси у попугая, как дела? Дэн, спроси у говорящего попугая, как дела? Не, он не ест лопатку. А как дела, спросишь? Как дела? Как дела? Брат, как у тебя дела, расскажи. Говорит, не очень. Что-то это прихватило, что-то там. Печень не в порядке. Ну ладно, маши ему, пойдем дальше. Говори, пока. Краснолобый, красноухий ара, Денис. Наверху он. Посмотри, голову наверх подними. Вот. Вон он какой. Краснолобый, красноухий. Второй такой же. О, какой крикун, да? Ути. Смотри, какие ути, день. Помаши им ручкой. Привет, ути. Ой, а там и лягушки плавают. Вы видели? А, это черепахи, Настя. А черепахи, рыбы плавают. Дениска, смотри. Вон, видишь, головы торчат, черепашьи. Пойдем. Там три черепахи. Ладно, прощайся с черепашками, с утками. Пойдем дальше. Пойдем. О, Денис, смотри, какая птичка. Королевский фазан. Северный и средний Китай. Ого, какой дерзкий. Дай ему лопатку. Привет. Все, не тыкай. Напугал.
Самый большой из всех фазанов написано. О, смотри, приманил. Ты лопатой приманил астериска. Синий ушастый фазан. Оп. Как он лопатку клюнул. Смотри, какая огромная. Только пальцы не суй. Она может больно укусить. Только лопату, если. И то смотри аккуратно. Вот это у нее пальцы, да, когти, Денис? Смотри, какие у нее когти. Ничего себе, да? Очень древняя черепаха. Диня, пальчики не суй черепахи. У нее, знаешь, какой укус? Она тебя как хватанет, и все, мало не покажется. Это знаешь, кто, Настя? Это... Скажи нам. Расскажи нам, что за черепаха. Какая? Шпороносная из Африки. Какая еще раз? Шпороносная. Шпороносная черепаха. Ой, Денис, сейчас она как цапнет тебя. И все. Как тебе шпороносная черепаха? Да. Что за птички плавают? Пингвины? Жарко бедняжкам. Вот они какие. Смотри, какие пингвины. Нам бы к ним сейчас попасть. Ну пойдем дальше, Дэн? Не пойдем? Пока, пингвины. Денис, смотри, какой хищник. Орлан белохвост. Мы до хищников дошли. Он какой? Крупный. Орлан белохвост. Там наверху второй еще сидит. А рядом с ним гриф в соседней клетке. Вот, Дэн, вот этим точно лопатку не давай, то по полруки откусит. Ножка не лопатка, ничего не надо. Да. У тебя ножка такая парная, вкусная. Ни лопату, вот. Ни ножку мы не это не, не гриф, это белоголовый сип, оказывается. Вот, смотри, Денис. Вот такой, да, здоровый? Огромная птица. Белоголовый сип. Южная Европа, Северная Африка и Азия. В России гнездится только на Кавказе. Обитает на сухих, открытых возвышенностях, откуда удобно взлетать. Вот так вот. А вон какой-то. Белая полярная сова. Вон она, видишь, сидит. Одна на досочке, такая одна красивая. На земле. Две штучки мы видим, да? Дин, давай посчитаем, сколько там сов белых? Давай посчитаем. 1, 2, да? Сколько там сов? 2, да? 2 совы. 3 там не было. 2 совы. Давай еще раз проверим, убедимся, что их 2. 1, слева вверху, и на земле 2. 2. Сколько получается? Сколько сов? 8. Ничего себе, 8. 2, Денис. 2. Один дома. Там 2 совы. 2. Или 5. Нет, 2 всего. И 8. Все, пока скажи, пока 2 совы. Пока 2 совы. Эй, друг. Дэн, смотри, он от нас убегает. Убегает от нас, да? Огромный страус, да? Еду к маме, еду к маме. К маме поехали, да. Скажи страусу пока. Пока, да. Пока. Вот смотри, он сейчас большой его глаз снимем. Смотри, какой огромный страус. Привет, друг. Ты такой большой. И яйца у тебя большие, Денис. У страуса очень большие яйца. Страусиные. Все, пока, страус. Пока, да. Пойдем к маме. Пойдем к маме. Это шотландский скот. Денис, смотри, как он пережевывает тщательно. Да, завить волосы. Дениска, не надо их кормить ножкой, они травоядные, мне интересно. Пойдем дальше. Скажи, пока, шотландский скот. Сложно, да, сказать шотландский скот? Ну, пойдем, пойдем. Смотри, кто там спит, смотри. Кто там? Кись-кись. Как нам киску звать? Кись-кись? Так, пальцы. Только пальцы не суй туда. Вон она спит, да? Кись-кись спит. Кись-кись, позови ее. Кись-кись. Ну все, пойдем дальше. Вон он, в тенечке сидит.
Вот он какой, северный олень. Как ты сказал? Плохо видно, да? Северный олень. Побежали. Северный олень, пока! Денис, давай просто красотой полюбуемся, да? Очень красиво. Пруда. Мы даже не знаем, кто здесь живет, но тут есть кувшинки. И стрекоза, он летит. Здесь можно упасть. Давай, держись. Держись за папу, осторожно. Видишь, как качается? Качается мозг, да? Привет, привет! Все, уходишь? Ну, пока. Дэн, смотри, кто там. Видел? Пойдем за носик потрогаем. Они иногда добрые, они приходят иногда. Он чешет мордочку, смотри. Давай попробуем травкой предложить. Придет к нам, нет? Привет! Жеребеночек, привет! День, ты тоже ее хочешь ножкой покормить, да? Ну пойдем, пойдем барашков посмотрим, пойдем? Они там не стриженные. Друзья, это ягнята. Совсем маленькие. Вон черные, кстати. Вы черных заметили? Привет. Дэн, скажи, привет, ягнята. Ягнята. К мамке пристает, да? Ну, потрепим его. Привет, друг. Жарко ему. Смотри, как тяжело дышит, да. Жарко, бедный. Привет, друг. Вон это постричь день. Видишь, как ему жарко? Он пристает. Мать, она прям не дает ему. Ну, смотри, вот рожки уже. Пятится, пятится. Оп. Вот это было неожиданно, да? Ага. Дэн, смотри, кенгуру. Они очень классно прыгают. Ножками отталкиваются. А еще они дерутся своими ногами друг с другом за самку, например. Дом пять. Еще да. Они бывают сумчатые, Дэн. У них там малыш, что ли? Кенгуру с малышом? Да. Вот он. Динечка, там кенгуренок маленький есть. Скажи, привет, мой маленький друг. Смотри вон туда смотри. Вон, видишь? Кенгуру и кенгуренок. Травки спрятались. Ну что, пойдем капибар посмотрим. И будем уже выдвигаться. Я смотрю, ты устал. Пойдем на капибар посмотрим. Что он спрятался? Помаши ручкой кенгурятам. Помаши. Жеребенок. Дениска, смотри, какой маленький. Привет. Привет. Папа погладил лошадку. Ты не хочешь погладить? Лошадку не хочешь погладить? О, хочет, хочет. Погладь, погладь, не пойдем бойся. Поближе туда. Погладь, погладь, Ди, не стесняйся. Соня, кормит. Еще будешь гладить? Дайте травку собачке. Сейчас. Держи, день. Держи. Быстро съела, да? Да, козел отдыхает. Друзья, мы были в парке птиц Воробьи. Очень сильно устали, сейчас едем домой. К сожалению, сняли только первую часть. Но мы будем продолжать снимать серию передач, посвященных паркам живой природы. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы ненадолго прощаемся. Ставьте на пальцы вверх. Пока-пока, друзья. До новых встреч.
в новых парках, на природе. Денечка, помаши ручку своим друзьям. Пока-пока. Пока-пока, поцеловать. Пока. Тихо.